Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Врачи бьют тревогу. В городе растет количество ВИЧ-инфицированных. По статистике, если заражено более 1% населения, это уже эпидемия. В Орске болеют 3% горожан. И это только те, кого выявили. При этом в городе нет собственной поликлиники, где свободно могли бы разместиться все специалисты. Строительство центра СПИД было заморожено в 2008 году. 3 года здание стояло и ветшало. А буквально в ближайшие недели работы возобновят. И сейчас принято решение до конца года выделить 10 миллионов рублей, на которые будет, в принципе, проведены определенные работы. И в следующем году планируется ввод в здание в эксплуатацию. С ВИЧ можно жить долго и счастливо, если лечиться соответствующим образом. А рак, если вовремя не принять меры, может оказаться посмертным диагнозом. В онкодиспансере очереди не иссякают никогда. Больные приезжают со всех уголков Восточного Оренбуржья в надежде на выздоровление. Недавно здесь сделали хороший ремонт. Операционная и реанимация полностью оделись в кафель, как того требуют нормы СанПин. Впрочем, уровень медицинского обслуживания пока далек от идеала. Специалисты утверждают, что облучения должны проходить 80% раковых больных. А на самом деле получают только 17%. Пациентов зачастую приходится отправлять в Оренбург. Строительство нового онкодиспансера может решить все эти проблемы. На этих площадях практически очень сложно оказывать помощь. Нет возможности для установки нового оборудования лучевого, которое необходимо при современном лечении онкобольных. Поэтому вся надежда на строительство нового диспансера. В этом году придет первый транш на строительство. Онкодиспансер включит в себя несколько медицинских и хозяйственных корпусов, а также пансионат. Понадобится новейшее оборудование и специалисты, способные на нем работать. Сейчас этот вопрос решается. В общем, необходима сумма порядка 3 миллиардов рублей. Окончание строительства намечено на 2014 год. Максим Мочалов, Ксения Назарова, Денис Абатов, Павел Проскурюков, служба информации ТРК «Евразия».